Да. Очень может впечатлить. Да, как мы впечатлились в течение всего года. Так, есть ли еще вопросы? Да, не кажется. Как долго работали на этой деятельности? Всего года. Всего года? Сентября. Сентября, да? А вот из источников, из литературы, что вы могли отметить, как основополагающие для вас источники идей? Я одну книжку принесла. Можно показать? Можно сказать. Это самая-самая последняя книга журнала Time. Ее специально заказывали все время, чтобы проверить. Это одна из книг. Книг, которые я заказала, это вообще энциклопедия журнала Time. Здесь все встречается, обложки, вся нужная информация. Конечно, не только книжку использовали, но это самый последний, по-моему, 2060-й. А вот прекрасная презентация, вы сами ее делали? Или вам кто-то помогал? Мужу, по-моему, да, сказать особое спасибо, потому что это прекрасно, по-моему, я лучше лет не встречал, там даже не видел. Мы старались вас впечатлить. Научный руководитель одобрял. Я очень рад. Вообще очень высокий уровень презентации, я считаю. Хотя я лезу, конечно. Только презентация, Михаил Николаевич. Я не договорил. Который демонстрирует все достоинства работы и, скажем так, законченность выводов и четкость анализа. Я считаю, что это, вот, я прошу прощения, мне бы очень хотелось так, эту презентацию у вас скопировать. Да, пожалуйста. Я обещаю, что я не буду присваивать там, ваши права. Но, мне действительно кажется, что это какой-то такой знаковый такая презентация, на которую нужно ориентироваться. Вот. Спасибо вам большое. Спасибо. Итак, Михаил Николаевич открыл свободную дискуссию по обсуждению дипломной работы. Есть ли желающие еще выступить? Ну тогда Михаил Николаевич ее же и закрыл. Ну что ж так? Ну, если нет желающих выступить, более. А может быть, мы научный руководитель предоставим слово? Может быть, есть сомнения, достоин ли он? Нет, желает, это другое дело. Конечно, желает. Конечно. Тогда нужно сказать что-то слово с английской вашей депутации. Мы очень хотели сделать работу международного уровня. Я считаю, что мы приблизились к этому. Я очень горжусь Девай. Я уверена, что горжусь их не только я, но и те, кто духом с нами, и те, кто рядом с нами, и я надеюсь, что Бог даст нам здоровье и силы продолжить начатое дело, и задумку продолжить это дело в качестве PhD на английском языке. Потому что у нас очень много критических мыслей в отношении того, как формируются Соединенные Штаты, общественное мнение. Нам есть что сказать, как бы от Африки, от России и от арабских стран. То есть очень много материала не нашло. Работа, как вы видите, по объему очень большая, обратите внимание на приложение. Но мы ее сокращаем. То есть работа на самом деле большего объема. И, конечно, трудоспособность Деборы, ее владение иностранными языками, потому что российский, русский язык это не единственный язык, иностранный язык, которым она владеет, лично меня вызывает очень большой восторг и уважение. Я желаю здоровья, сил, настойчивости и желания продолжать в том же духе и добиваться очень большого успеха. Спасибо, Елена, в личной жизни. Так, спасибо. Ну, тогда ваше заключительное слово. Я хотела вам выразить мою благодарность за все, что вы сделали для меня в течение года моего обучения. Я хочу благодарить вас за то, что вы были для меня как родители. Хочу благодарить вас за ваше внимание, ваше время, за все, что вы сделали для меня. Я очень вам благодарна, но никогда не забуду вас, когда вы будете мне писать. Искренняя благодарность также выражаю своему научному руководителю Елене Анатольевне Иванову за то, что она нет слов. Она помогла мне, она моя подруга, она мой руководитель, она исправила мои ошибки. Не всем. Уделила меня время, многое время.
спасибо вам, Илья Анатольевна. Без вас я бы не смогла это сделать. Спасибо за вам это взаимно. Спасибо. Спасибо вам большое. Несмотря на обилие имеющейся литературы по различным аспектам пиар в отношении научных исследовательских форм и методов пиар глобальной сети, интернет, имеется их определенный дефицит. Более того, на сегодняшний момент не хватает как теоретических исследований, так и специалистов-практиков, умеющих успешно работать именно с интернет-аудиторией. Таким образом, новизна настоящего исследования состоит в обращении к связи с общественностью в интернет-пространстве и в интернет-аудитории, которая обладает определенной спецификой в аспекте пиар-деятельности. Цель исследования заключается в выявлении и систематизации характеристик и особенностей для работы в интернет-аудитории. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач. Первая задача – это рассмотреть основные определения пиар-деятельности и расширения в интернет-сфере, описать основные цели, задачи, функции и принципы пиар и выявить их особенности в интернет-сфере, рассмотреть структуру пиар-деятельности, определить ее трансформацию в интернет-пространстве и анализировать обобщить специфику пиар-деятельности в сети интернет. Объектом данного исследования является пиар-деятельность в российском сегменте интернета. Предметом исследования выступают особенности и перспективы пиар в интернете периода Web 2.0. Основной гипотезой настоящего исследования является утверждение о том, что пиар-деятельность в интернете периода Web 2.0 представляет возможность личного пиара, способного обеспечить эффективное воздействие на целевую интернет-аудиторию. Структура.